В эти дни в почтовой службе Аллаиховского района внедряют новое программное обеспечение. Так, в поселке Чакурдах представители арктического почтамта Якутска в течение 11 дней обучали сотрудников почтовой связи, включая работников из отдаленных наслегов, новому программному обеспечению «Единая автоматизированная система отделений почтовой связи». Для внедрения новой системы в районный центр поступил комплект оборудования, куда входят мониторы, системные блоки, считыватели штрих-кодов и прочие необходимые. Необходимое оборудование для тиражирования единой системы отделений почтовой связи. Эта система поможет оптимизировать скорость обслуживания клиентов почтовой службы. И на обучение приехали из Наслегов, Оленегорск, Русские Устья, Чкалов и Нычалах. Вот сейчас уже 11 день проходит обучение. Чакурда уже по новой программе работает уже второй день. И Наслега уже остались. Они завтра выедут и уже будут начинать работать.